Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в Don't Starve. И как раз, по идее, в этой серии уже, как мы видим, температура чуть-чуть поднялась, теперь опустилась, как ни странно. Только хотел обрадоваться, что лето уже начинается, что температура повышается, но, увы, видимо, пока что еще нет. Но мы в конце прошлой серии слышали босса. Слышать-то мы его слышали. Даже слышали, как он тут тупотел рядышком где-то. Земля прям тряслась от его шагов. Он очень, наверное, большой, но... Что случилось с моими фермами? Что это было? Что это было? Что случилось с моими фермами? Я что-то я не понял. Ну ладно, я могу еще одну построить. Хм. Что там? Не нравится. О, зима прошла, ребята, снег растаял. Счастье просто нет предела моему счастью, ребята. Вы просто не представляете, насколько я счастлив просто видеть, не видеть, точнее, снег под своими ногами, а слышать этот звук приятный хождения по траве. Вот это... Но где босс? Где босс? Я не понял. Он просто пришел, поломал, затоптал мои огороды и свалил? Или как? Что я пропустил? Или он еще обещал вернуться? И, как мы видим, уже ночь стала немного короче. Блин, я даже не знаю. Ладно, давайте мы таки сходим к Бифало. Так, они где у нас? Сверху, да? Правда, не знаю, насколько сейчас тепло, то я уже... А, шапка еще на мне, да? Нормально. Сходим к Бифало, наберем удобрение. Я уже вижу дороги, наконец-то я вижу дороги. Наберем удобрение и сделаем себе еще одну ферму. Нам поломали, да, нагло вот так вот прошлую. И делаем себе еще одну. Не проблема. Так, наступает ночь, да, все как обычно. Семена пора пособирать, наверное. Так, и где-то здесь, по-моему, еще были снизу Бифало, да, ребятки? Аккуратненько собираем удобренница. Это 5. Надо еще одно. Так, пауки. Ну, как-то странно. Я надеялся на какую-то эпичную битву такую, да? Или что-то типа того. А он пришел, поломал мои огороды и ушел. О. Еще одно удобрение, как раз все. Можем построить ферму, поэтому вот, даже еще одну заберем. Так, дорожка нам на нижнюю. Все. Идем домой, строим еще одну ферму. Хотя нужно было бы поудобрять мои ягодные кустики, но я думаю... Фермочка, кстати, да, еще таки холодно. Ну ничего, мы успеем разжечь костерчик здесь, да, и согреться. Выложу пока камушек. Ну, вроде бы все выходит. Зима заканчивается. Это я первый раз пережил зиму. Еще, конечно. Наверное, не конец. Наверное. Не знаю, если честно. Что сейчас нас ждет? Может, босс еще вернется? Может, это так он зашел в гости? И обещал вернуться? А может быть и нет. Так, давайте я могу одно удобрение потратить на что-нибудь полезное. Вот, все. Температура ночью пока что еще, да,
как мы видим, довольно-таки холодно. Поэтому без камня пока что ходить не стоит. И без шапки. Шапка как раз сейчас у меня израсходуется, и я буду ходить, ну, в этой какое-то время, да, наверное? Ну, так, какое-то время. Пока не потеплеет, а потом буду в этой ходить шапке. Она хоть не расходуется сама по себе, как я понимаю. А расходуется только, когда меня бьют, ну, как бронежилет она идет, да? Вроде бы. Все, уже ночь. Давайте, наверное, что-то мы приготовим. Я уже, на самом деле, это кушать хочу. Вот это я заберу, наверное, с собой. Кстати, вот эти штуки уже надо похавать. И мяско уже вялится надо. Ставить. Ну, смотрим. Так. Да, первым делом делаем мясные шарики. И ждем рассвета. Нет, брать я их не буду, потому что они смешаются с этим и тоже станут практически порченными. А это нам не нужно сейчас. Так, что нам? Надо еще, наверное, заготовить дерево к следующей зиме. Или давайте я клеток, наверное, сделаю. Ну, у меня совсем закончилась трава. Печально. Все, сейчас уже практически светлеет камушек. Я, наверное, когда посветлеет, тогда я возьму. Чтобы он побольше нагрелся. И как раз сейчас у нас шапка израсходуется уже скоро, совсем. Во, уже довольно-таки тепло. Но я пока похожу с камнем, с грелкой. Бабочки еще по-прежнему не летают. О! Так, уходим. Сейчас, если он сюда куда-то придет, он тупо все затопчет, да? Нужно отступать к бифала. Все-таки босс еще обещал вернуться. Так, я надеюсь, ты появишься возле меня, да, как собаки? Нет, он там топчет, тупо топчет. У меня дома все. А, нет, показалось. Да. Сундуки, все к чертям поломал. Нет. Я надеюсь, только сундуки поломались. Все, что в сундуках лежало, да, оно не ломается. Блин. Я понял. Ну, короче, будет приходить к нам каждое утро. Пока мы его не убьем. Я понял. Я все понял. Может быть, даже смысла нету сейчас делать сундук. Наверное, даже с этой стороны поставлю. О, дождь. Давайте я зонтик возьму. О, ха-ха, круто как. Как круто. Так, ну да, и надо пособирать все, повыкладывать в сундук. Так, дождь плавно перешел в снег. А, он поломал мой винтермометр. Я понял. Ну, это да, сделано, чтобы мы тут не сильно разживались добром всяким. Ну, главное, что он татошку не поломал. Тоже хорошо. Переносим плавненько, аккуратненько. Давайте, наверное, костер разожгу здесь. Плавненько, аккуратненько переносим весь хлам ненужный нам в этот вот сундук. Ну, вроде бы все.
правильно. Неправильно. Что-то лишнее в сундуке лежит. А, ну да, кусок золота лишний лежит в сундуке, потому что из этого куска золота я делал винтермометр. Так, как он еще раз делается? Давайте мы вспомним. Два золота и две доски нам. Две доски у нас есть. Камень можно выложить, да? И зонтик можно выкинуть пока что. И кусочек золота еще где-то есть у меня. А золота, наверное, нет. Золото у меня, скорее всего, закончилось, да? Да. Видимо, не сделаю ее больше. А, кстати, татошку можно складывать инструменты. Отлично. О, уже птицы нормальные появились, а не пингвины, да? Поставлю сушиться я зайцев. Ага, там сундук тоже полный, да, как я понимаю? А нет, я просто промазал. Все, отдельный слотик даже. Хорошо, 4 куска мяса сушатся. Блин, ну мы что, мы просто ждем босса, видимо, да, когда он придет к нам в следующий раз. Нужно будет его как-то заагрить, я не знаю. Блин, я вообще не знаю, как с ним бороться-то. Но у меня есть зато палка молнии. Я не знаю, как она мне пригодится, насколько... Но она у меня есть, да. Так, что я хотел еще взять? Маслиц лечебную. Ну и все. Вот как-то так. Давайте мы организуем здесь немножко. Ну и надо эти траву собирать, которые у нас поблизости нигде нету, да? Да, нигде нету травы поблизости. Ну ладно. Тогда просто подождем. Нежданного, незваного гостя. Вот трава. Можно собрать, почему бы нет. Пчелки! Мои пчелки! Нет. Блин. Короче, нужно его убивать. Чем быстрее, тем лучше. В общем, как только слышим, что он идет, то будем бегать вокруг нашей базы и пытаться его выследить. Загреть и убить. Да. Других вариантов я просто не вижу. Потому что он разнесет мне всю мою базу. С другой стороны, правильно так сделали. Довольно интересно, что он ломает постройки, да, все. То есть нам нужно заново собирать ресурсы. То есть нам будет чем заняться... О, снег прошел опять весь. Будет нам чем заняться все следующее лето. Да уж. Кстати, я хотел где-то себе здесь... Здесь, наверное, да? Давайте посадим... А, не посадим. Сейчас темно слишком, чтобы что-то садить. Высадить лес небольшой, чтобы был у меня тут рядышком. Опять же, эта музыка противная, я не знаю, она меня уже раздражает. Так и кажется, что сейчас руки потянутся к моему костру. Так, еда есть, лечебная мазь есть. Все, теперь просто осталось ждать. Давайте, наверное, даже возьму еще вот эти гланды паучьи, где они у меня вот тут, наверное, в этом сундуке, да? Так, гланды. Чтобы уж наверняка... Но эта палка, как я понимаю, она урона не наносит, она просто замораживает. Блин, нужно что-то дальнобойное сделать. Бумеранг опять же, нет. Бумеранг отпадает.
Потому что я им сам убьюсь быстрее. Я ловить бумеранги вообще не умею. Хотя, с другой стороны, если все время на пробел нажимать. Давайте сделаем. Давайте сделаем. Так, как там? По-моему, поздно. Так, бумеранг, где? Паутинка и один уголь. Паутинка у меня есть? А, у меня паутинки нет. Да, паутины нет, ладно, все, забыли. Идем искать. Или он понял, что я его теперь захочу убить уже окончательно. И он сейчас не придет. Где же ты, малыш? Ну, земля не трусится, его вроде бы нет, значит, да? Вот, блин, что мне действительно очень жалко, так это мои ульи. Вообще просто капец. Ну, в принципе, могу новые сделать, да? А, на новые пчел надо. Да, на новые ульи надо пчел. Хотя, можно с очком их просто наловить. По большому счету, да? Ладно, справимся. Так, вот он, где? Где же ты, гадина? Козлина, козлина. Оу, как он отлично сломал сум... Заморожу тебя до смерти. Все, моя ледяная палка поломалась. Ломается на самом деле еще и моя. Блин, это у нее. Радиус атаки сумасшедший просто. Ладно. Просто продолжаю его бить. Надеюсь, что он сейчас умрет. Да умирай, козли. О, он умер! Это победа! Ребята, это победа! Мне выпал с него глаз. О, да. И куча мяса. Целая куча мяса. Вот это да. Это было нелегко. Нелегко теперь... Блин, мне теперь нужно... Все, короче, мне теперь нужно заново собирать доски. Есть, в принципе, да, я смогу сейчас делать таки сундук опять. Это было что-то. Что-то с чем-то. А, но он мне поломал мою научную эту станцию, да. Что весьма-весьма грустно. Ну ладно. Тошка, как бы тебя так на видное место отправить? Править на видное место. О, отлично, все. Фух. Да, это было просто жесткач какой-то был на самом-то деле. Так, мяско, мяско, мяско. Что из этого мяса можно делать? Я вот что-то хотел сделать из этого мяса, но я не помню, что. Я не могу проверить, посмотреть не могу, да, потому что оно... нет у меня исследовательской лаборатории. И ягоды портятся. Давайте я ягоды пожарю, на самом деле так будет правильнее сделать, да? Давайте мы костерчик маленький разожжем. Жарим ягоды. И у них больше гораздо становится срока употребления. О, а эти громоотводы... Молнии отводы, точнее, они еще и свет дают нам, да? Что не может не радовать. Ну все, теперь тут нам осталось на самом-то деле.
В самом-то деле, что нам осталось? Я даже не знаю. Жрать мед. Кстати, мед. Что здесь делает мед? А из пчелы, наверное, выводился, что ли? Понятно, золото. У меня места нет на золото, ну, давайте. Сколько у нас всего золота выходит? Три кусочка. Четыре кусочка как раз, чтобы, по-моему, сделать исследовательскую. Шесть надо. Увы. Увы, шесть штук надо. Ну ладно. Это не столь большая уж проблема, как кажется. Но главное, что мы выжили, мы пережили зиму. Мы очень-очень много всего сделали на самом деле. Можно, я не знаю, теперь нажраться мяса просто на радостях. Давайте выложу сюда, наверное, этот мед. Так. Блин, все это теперь перебирать. Камень, я думаю, можно уже выкладывать. По идее, уже должно быть достаточно тепло. Давайте я углем-таки разожгу костер, потому что сейчас уже темнеет. Ну и будем складывать все по своим местам. У меня много жал теперь есть, которые не знаю, насколько мне нужны. Так, хорошо. Но лучше бы, конечно, это были пчелы. Но теперь придется заново сходить искать всех пчелок, чтобы сделать ульи, мои ульи. Эта штука, я не знаю, насколько мне нужна. Давайте я фотошку тоже сложу. Оу, холодно. Еще холодно, оказывается. Неожиданно. Вот, все. Теперь просто ждем следующего утра. Так, нужно что-то вкусненькое съесть. Срочненько, да? Наверное. Так, сколько у нас? 82. 87,5 восстановила мне этого рассудка. Да, нужно что-то более вкусное придумывать себе кушать. Так, это тоже можно сюда сложить. Оно сейчас у нас уже испортится. Но уже это не столь принципиально на самом деле, потому что самое главное, что мы пережили зиму. Так, кыш-кыш-кыш-кыш-кыш, нет. Ты не боишься меня? Не боишься. Сейчас уже ночи уже стали еще короче, по-моему. Так, это мой костер. Это мой костер. Зато прикольно, то, что эти штуки свет дают. Они, наверное, недолго. Но все равно здорово. Нужно больше их будет поставить. Кыш. Так. Рассудок падает и падает. Так, собираем оставшиеся жалы. Из них мы что-то можем сделать. Я, правда, еще не знаю, что, но что-то явно можем. Так, жало. Бабочки еще, наверное, не летают, да? Как я понимаю. Да, еще не летают. Еще холодно. Прохладно, может быть, не холодно, но прохладно. Но зато уже растут, как мы видим. Нет, стоп. Возьми копье в руку. А вот это татошка. Так, хорошо. Вот это выкладываем. В принципе, веревка нам тоже сейчас уже не нужна. По большому-то счету. Вот это вот все выкладываем. Лечебная мазь мне даже не понадобилась просто-напросто. Что тоже не может не радовать. Давайте я, наверное, возьму вот эту вот броню, чтобы ее израсходовать. Ну, нужно будет внимательно, конечно, обращать внимание на ее состояние. Ох, уже пошли расти новые овощи и фрукты. Это просто здорово. Можно теперь высадить еще семян. Семян, да? Отлично. Так, все, пока что мы это складируем. Куда-нибудь, я не знаю, просто так, куда-нибудь. Все, на этом, ребятки, наверное, мы закончим эту серию.
Это была просто, фух, я не знаю, экстремальная серия, безумно. Первый раз увидел этого одноглазого козла, или с него один глаз выпал, значит, одноглазый, правильно. Не знаю, сколько у него их было на самом деле, но да. Короче, было весело. Поэтому, да, ребятки, все. На этом буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующей серии. Наверное, уже как раз с новым обновлением. Да, ребятки, все. Всем пока.